Иуда, к краю земли, к Мертвому морю, пришли из Иерусалима, из Галилеи и с Равнины. Мы оставили свои семьи, друзей и работу, чтобы собраться в таком месте, где можно будет очистить свои души и достойно прожить остаток. Каждый еврей, пришедший сюда, сделал это, чтобы встать на путь истины и удалиться от сынов тьмы, нечестивцев, какой им относятся даже иерусалимские семьи. Всякий же, кто верует в наш путь, в конце времен все наши противники будут уничтожены. Ну а пока мы здесь. Здесь, в этом святом месте, никто не сможет отвлечь нас от служения Господа. Наше имущество скудно, но то немногое, что имеем, мы делим поровну. Господь добр, Он обеспечивает нас всем необходимым даже в этой безлюдной пустыне. Этим утром, когда мы работали на плантации, мимо прошел сосед, живущий в Ильнотканне, в 5 часах ходьбы отсюда. Он рассказал нам о горькой судьбе некоего Иоанна Крестителя, обезглавленного по приказу царя Ирода Антипа. Это произошло недалеко отсюда, в Михларе, к востоку от Мертвого моря. И тут я вспомнил, что среди нас тоже был человек по имени Иоанн. Несколько лет назад он пришел к нам и попросил принять его. Каждый кандидат проходит у нас проверку и экзамен, а будущий принятым вместе с нами выходит и на работу. Через 2 года, перед тем, как стать полноправным членом общины, он восстал, нарушил клятву, данную Ильяхом, и покинул нас. По окончании утренних работ мы вместе совершаем ритуальное омовение, чтобы осветить себя чистой водой. После этого мы собираемся на трапезу. Вначале мы едим чистый хлеб, приготовленный священнослужителями по особому рецепту. Затем пьем вино. Когда после обеда мы отправились на вечерние работы, мы записали на пергаменте слова нашего священника о Господе, который создал духов света и тьмы, составляющих основу всего сущего. Первого возлюбил Господь, и все шаги его были ему желанны. Второго же вместе со всеми его делами возненавидел навсегда. После рабочего дня мы вновь совершили омовение, а затем собрались на вечернюю трапезу вместе с кандидатами, которым разрешено присоединиться к нам только когда мы едим круглую пищу. Едим мы в благоговении и полном молчании, даже когда тяжелые мысли беспокоят нас. После еды я попросил слова. Тот казненный, о котором мы слышали от прохожего, не есть ли тот самый Иоанн, который жил здесь среди нас, спросил я. Нет, речь не о нем, ответил главный священнослужитель и добавил. Лучше бы нам заняться изучением священного писания, чем тратить время на досужие разговоры, противоречащие духу Яхве. Гнев, вызванный моим вопросом, был столь велик, что в специальную книгу было вписано замечание в мой адрес. Я был наказан, и потом все как-то успокоилось. И мы возобновили наши занятия, так как мы это делаем каждую ночь, проводя в учебе 3 ночного времени. Впрочем, об этом я не вправе распространяться. Нам нельзя раскрывать наши секреты никому. Только нам, сынам света, позволено знать тайны Яха. Но вот о чем можно сказать. Все предопределено. Свободы воли не существует. Еще до сотворения мира было назначено, что где-то в далеком будущем вы услышите эти слова и увидите эти места. Только непостижимая божественная воля привела вас сегодня сюда, в это чистое и святое место. И если пожелает Господь, может быть и вам откроется тайна. Мальчик, в 68 году нашей эры, накануне вторжения римских завоевателей, члены общины Яхат спрятали свои рукописи и оставили храниться в пещерах окрестных гор. Только спустя 1900 лет эти сокровища были случайно обнаружены. Они были найдены в сосудах, таких, как те, что вы видите перед собой. Таких, как те, которые вы видите. Пошли. Понятно более менее, да? То есть нам как бы от первого лица рассказывают о жителях этой общины. Ну это как бы такое почти. Да? Да? Если нас уже говорим об этих жителях этой общины, то это начало. Да? Проходите, пожалуйста. Да? Это музей, да? Друзья, подходите, пожалуйста, чтобы мы не теряли время.
дорогие друзья, значит, я коротко, я не хочу, чтобы вас загружать слишком информацией, чтобы было просто и понятно. Значит, община называлась Яхад, вместе. Эта община жила здесь, и они упоминают исторические свидетельства. Секака община называлась, Кумран. Кумран, где мы сейчас находимся, Кумран. А здесь была община людей, которые ушли, людей, которые отделились от центрального мейнстрима иудаизма и образовали особую общину. Мы знаем, кто Евангелие читал. Вот Евангелие читали, там есть фарисеи и саддукеи, правильно? Это две главные, два главных идеологических движения того времени. А Ессеи это движение, о которых Иосиф Флавий пишет. Неизвестно, это они или нет, мы знаем. Это община, которая называлась Яхад, это мы знаем из их собственных работ. Они написали, они переписывали свитки Библии, мы говорим 900 свитков, и их собственные работы тоже, их собственное духовное произведение. Одно из них называется «Война сынов света и сынов дня», а другое называется «Община устава» и так далее и тому подобное. Есть у них так называемые толкования, апокалипсисы, которые говорят о будущем времени. Это все они писали. И по этим вот данным мы можем себе воссоздать жизнь этой общины. Дорогие друзья, эта община странным образом напоминает нам монашеские общины, которые возникли намного позднее, византийские общины, о которых я вам рассказывал, монастыри христианские. Странное подобие. Мы говорим обычно православная церковь. Католики до этого времени утверждали, что монашеское движение, оно возродилось со служения Иисуса Христа. Как будто, знаете, с неба все это произошло. На самом деле здесь у нас прослеживается преемственность определенная, которой следовал Иоанн Креститель, как предтеча Иисуса Христа, как бы его предшественник. Можно даже грубо говоря, с исторической точки зрения, сказать, что Иисус, он как бы ученик Иоанна Предтечи, потому что Иоанн Предтеча начал первым это служение покаяния, и Иисус пришел у него креститься, омыться в воде. И вот что это за омовение? Члены общины тоже совершали омовение, вот обратите внимание, они совершали омовение в так называемых баптистериях, которые назывались миквы. Миква, значит, омовение, окунуться. Вот видите, ступеньки, как правило, ступенек должно быть 7. Здесь 3 ступеньки изображено, 7 по дням творения. И они разделены вот такой вот полосой. Значит, нечистый человек спускается, совершает омовение. Это омовение и гигиенический характер носит, и духовный. Омовение очищения от греха. А выходит он уже очищенный по другой стороне, разделенной ступенями, выходит. И это омовение они совершали ежедневно. Вот вам прообраз того крещения, которое впоследствии проповедует Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, Креститель, это русское слово. Нету такого слова ни в английском, ни в греческом, там баптист, баптист, баптизмус, омовение. Да, крещение это не совсем оно отражает то, что он делал. Он делал омовение, люди омывались. И, а это символ, духовный символ того, что они совершали. И вот вам его прообраз, который был взят. И поэтому они здесь в фильме допускают мысль о том, что, может быть, Иоанн Креститель был частью этой общины. То, что мы говорим о 29-м году нашей эры, это примерно то время, когда начинается проповедь Иисуса. Примерно то время, как раз он принял крещение от Иоанна Крестителя. Утерянное звездо, звено. Возможно, это утерянное звено. Я вам очень рекомендую прийти в музей Израиля, называется музей книги. Там вот этот свиток, о котором я говорил, самый длинный свиток, 7 метров 30 сантиметров, он прям посредине этого музея. Ты заходишь и самое, знаете, что интересно, что ты берешь своего ребенка, который родился здесь, ты его подводишь, и он может прочитать и понять текст, которому 2200 лет. Это, конечно, здорово, это интересно. Вот. Но вот это вот они хранили, они были священниками, это часть священников, которые ушли, видя коррупцию, видя то, что происходило в храме, нечестивый образ жизни священников, которые гнались за мздой, они оставили священническое служение. Они не согласны были с тем, что священник занял пост священника, человек, который по линии династической не происходит от Садока, не происходит от Аарона. Это были хасмонеи, которые в результате восстания отвоевали независимость страны. Герои, да, но они узурпировали пост первосвященника и пост царя. Этого они не имели права делать. И поэтому эти ребята решили, мы уходим, и они уже не молятся на храм. Вообще евреи, они должны как молиться? Когда еврей находится не в стране Израиля, он молится по направлению Израиля. Когда он находится в земле Израиля, еврей религиозный молится по направлению Иерусалима. Когда он находится в Иерусалиме, он молится на храм. Сейчас храма нет, значит на стену плача. Эти ребята, они не молятся уже на храм, они даже направление молитвы меняют, они молятся на восток.
на восток, на восход солнца. Вот вам христианская традиция последующая. Вот вам преемственность, почему христиане молятся на восток. Откуда это пришло? Что это такое? Может быть, это вышло. Мы не утверждаем, мы предполагаем, не можем с точностью утверждать. Я не знаю, я как-то с православным священником ехал, и он мне просто не разрешил даже рассказывать ни о Кумране, о чем говорит, это вы, ваши выдумки и так далее и тому подобное. Я как бы не стал. Обратите внимание, вот, это то, что они унесли с храма. Вот такой вот сосуд, калаль, называемый на иврите, хранился в храме, и они вытащили его как реликвию, что смогли, забрали, как бы чистые сосуды, и хранили здесь. Что это был за калаль такой? Калаль — это был такой сосуд, который, когда жертва за грехи приносилась, за красной коровы, жертва один раз в год, за грехи всего народа, то пепел от жертвы наполняли вот этот сосуд, пеплом от жертвы, и они вынесли с собой, тащили его, потому что, говорят, там все нечестиво, там все неправильно, и мы отделились. Обратите внимание, вот это вот отделение сектантское, вот этот выход из мира, он действительно характерен последующему монашескому движению. А мы сегодня с вами, у нас так экскурсия построена, что мы начинаем с вами с прообраза монашеского движения, а потом мы едем в византийские монастыри, то есть мы проследим вот эту вот цепочку развития традиции. Самое главное отличие от того иудаизма, того периода. Для иудеев, даже для сегодняшнего иудаизма фарисейского, человек не женатый, это отсеченная ветвь, это как это не приносящая плода. Главная заповедь для еврея современного религиозного — это плодись и размножайся. Плодись, даже двое детей ты еще не размножился. Ты только воспроизвел себя. А начиная с трех ты уже исполнил заповедь. А я перевыполнил, если вы хотите меня спросить. У меня четверо. Я хочу сказать, к чему? А у них беспрачие. И это не характерно для иудаизма современного того времени. Не характерно. Не характерно. Иоанн Креститель тоже беспрачный. И поэтому, когда иудаизм, вот сегодня иудаизм и христианство — это две вражеские религии. Хотя они вышли из одного корня. Евреи там хают это христианство, а те наоборот их хают. Да? Но в принципе, если мы проследим, я свою миссию в принципе вижу, как вот показать вот этот мост. Это я этим занимаюсь, когда я вожу и англоязычные группы, я показываю иудейские корни христианской религии. Это я считаю своей задачей основной. Вот. И я на это учился, кстати, здесь образование по раннему христианству. И обратите внимание, здесь вот это вот безбрачие, да, откуда оно пришло? Евреи говорят, да, это христианская выдумка, не может быть такого. А мы прослеживаем, что вот она община, оставь Иоанна Крестителя, они его не принимают. Оставь Илию, они оспаривают, мы с вами говорили. Они говорят, откуда вы знаете, что у него жены не было? Где не написано это? Допустим, а это что? Кто эти люди такие? Это же евреи, которые жили в 29-м году нашей эры здесь, и они были безбрачны. Понимаете, это тоже очень важно. Вот этот стол мы сейчас увидим на раскопках, якобы утверждают археологи, за ним они писали, на нем они писали. Но сегодня это подвергается сомнению. Я читал последний доклад, они говорят, как на нем писать? Во-первых, стульев не было, то есть, возможно, нет. Возможно, нет. Классно, как написано.